Всем по привету, мои дорогие зрители и подписчики, с вами как всегда Сладкоежка. Сегодня у нас реакция на Мега Коллаб. Сегодня мы с вами слушаем и смотрим клип от Отуро, Пятерки, Мелшера и Джек Лоней. Значит, не кашляй. Всем желаю приятного просмотра, прослушивания, ставим лайки и подписываемся на канал. Ну чё, давайте, смотрим. Даже, например, вот то, что ты просто упоминаешь Ашку в треке, это уже, допустим, для меня отвратительно. Кирилл, что с твоим голосом? Курил, я реально поздоровался. Курил, на жестком режиме, как живой не пойму. Понятно теперь, почему название не кашляй, потому что кашляй — это сигарет, да? Позавтракал дымом, после импердану. Не кашляй! Не, ну блин, курить и не кашлять, мне кажется, это невозможно. Рано или поздно все равно начинаешь кашлять. Лучше вообще не курить. Я выхожу из тумана, да нет, не пьяный. Десятый акуэлла под кольца, на кольца трепятый. От моей тяги не сойти с ума. Я уже поняла. Чувак, с тобой все в порядке, в боке не жижа, а слизь. Пока ты курил пятку, я уже курил кис. Кис винограда, спиноколады, фаршированная манго. Мечтаешь о кореянке, я хочу себе кальянку. Выпускаешь медузу, но не матранка, малыш. Зовешь себя французом, нифига. Потому что малыш. Или паришь громко на бате, или тихонечко патио. Ты сил деда, я, кстати, твоего патио. Кури, не кашляй. Кури, не кашляй. Кури, не кашляй, чтобы взрывал ваш, чтобы тебе взрывало башню. Так, ща еще что-то есть. Пур бы я на стройке, сменил кент на тройку, чел ты хочешь ашку, я твою мамашку, какого хрена у нас в классе пахнет фруктами, встал, вышел, завтра с папой в школу, сука, talk to me. Жиза. Дорогие мои зрители и подписчики, что я вам хочу сказать насчет данного трека? Насчет, кстати, масштабной коллабы. В принципе, очень даже круто получилось. Видно то, что они постарались и сделали вот такой вот офигенный клип. Ну и, естественно, трек. Что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментарии. Не забывайте подписываться и ставить лайки. С вами, как всегда, был Сладкоежка. Всем желаю добра, всем удачи и всем пока-пока.